Всем привет, ребятки и девчата, вы на канале Ярик Плей, и мы продолжаем с вами проходить игру Dark Sector. Что ж, в предыдущий раз мы успешно покатались на, как бы это назвать, шагатель, робот, вот, или механоид, и перебрались в следующую локацию, не считая моего фейла, что я не мог покинуть робота быстро. Все прошло как по маслу. И мы встретились с агенткой нашего ученого. Она у нас работает, судя по всему, на него. И заинтересована в распространении биологического оружия. Что ж, мне сложно еще судить, кто тут прав, кто виноват. Так уж получилось, что наш главный герой оказался не в то время, а не в том месте. Как это часто бывает. И всю работенку скинули на него. Ну, приобретя такую мутацию... Он так или иначе сделался, ну, я сделался сильнее, вот, и после окончания кампании, ну, ему, конечно, будет уже не жить среди людей, и вряд ли эта инфекция просто так пропадет, если это можно так назвать так. Ага, я вижу вертушку, и мне что-то это не нравится, сейчас будет какой-то обстрел, лучше бежать. Вон она, вертуха. Не, ты не будешь по нам стрелять? Ага, окей. Сохранение. О, новая мутация. Заряд глефа. Зарядите глефу любой энергией, нажмите E, чтобы произвести взрыв. Сейчас, зарядить глефу любой энергией. Так, щиток я помню. Сейчас посмотрим, как это используется. О, уже набежали бойцы, я вижу. Привет, чувачок. Готов. Чё-то один всего лишь выбежал, солдат. О! Так, сейчас мы с вами разберемся, парни. Я тут только немножко патрончики пособираю. Патрончики-то надо экономить. Так, где вот он? Ну-ка. Не получилось так. А я могу. О, нет, 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 щитовик. Давненько мы с вами не видели щитовички. Я могу отражать, а патрончики мне особо не страшно. Огоньку. О, горяна. А у меня есть эта штука. Давайте, стреляйте сколько хотите. Да, меня не остановить уже. С моей этой мутацией. Давай, еще. Готов. Еще один. Блин. Все-таки пистолетик бы как-нибудь получше нужен. И что-то я зря так пульки растрачиваю. Надо поэкономнее. Что-что, с людьми лучше бороться глефы. Так, что-то слышу электрический импульс. Так, тут у нас немного припасов, денежки. Неплохо мы тут наварились, 30 кесов. Это меня радует. Так, еще и дальше идем, идем. Ага. И у нас тут компик. Компик, 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 а чё? Ага. Ну, судя по тому, что я вижу, это у нас сейсмическая активность или какой-то этот геофизический разрез. Ладно, двигаемся дальше. О, привет, парни. Он стреляет уже. Можно же горянку туда кинуть. Фигово, горянку кинул. А так, перебежишь.
Давай, дробашон, давай, давай, еще. Хорош. Еще? Хорош. Еще разочек будет. Чего там на английском сказали? Сменяю позицию. Меняю. Так, это щитовик? Нет, это обычно боец. Ну давай. Еще? Готов. Ага, привет. Что-то я так прям на него бегом так. О, не-не-не-не-не, щитовичок, привет. Готов. На щитовиков можно пульки пускать. Давай. Чувак, у меня тут как бы это не безграничный щит. Готов, ножку разрезали. Готов. Да, с вами людьми сражаться одно удовольствие. Привет. Рановато щит активировал, да? Да. Давай с автомата. Нифига ты дал мне тут очередь. О, еще один щитовик, ну опять, ну. Хотя с вами тоже просто сражаться стало. Че, еще щитовичок, может быть, будет? Подбираем наши пульки. Подобрали, хорошечно. Так, что-нибудь тут? Нет, нет. Попахивает засада. Сохранение, да? О, привет, парни. Готово. Сейчас попробуем с вами от щита отыграться. Будем стрелять по мне? Во. Честно говоря, с вами стало так просто разбираться. Это у нас... Ага. Я думал, турелька. Тихо, тихо, спокойнее, спокойнее. Вот это такой массированный огонь ведете. Готов. Так, тихо, спокойнее, спокойнее. Во. Готов. Зачем автомат покупал, когда я с пистолетом хорошо обращаюсь? Не знаю. Так, что там еще кто-то был? Вроде бы уже никого. Все зачистили. Подбираем пульки еще. И там у нас внизу еще были пульки. Ай, черный рынок. Ну, поторгуемся, наверное. Может, и дробаш можно еще носить вместе? Сейчас посмотрим. Если и дробаш, то мы вообще будем запакованы. Так. Так-так, и что, все вроде? Все самое ценное взяли? Ага, ну давайте. Кто к нам пожал? Да, это я. Мой любимый клиент. Ага, и новая пушка? Или нет? Нет. Ну, допустим, все это потратить, но это у нас полуавтоматически, это вообще не то, что нужно. Ну, допустим, или поднакопить. Я бы поднакопил, да. Еще немного деньжат. Хорошо. Поднакопим, поднакопим. Так, а тут, вероятно, что-то будет. Нет? О, привет. О, фига я запрыгнул. Угу. О. Транспортировка прошла успешно.
А, на корабле, прикольно. Значит, тут будет что-то уже как, ну, типа новая локация на корабль прикинул у нас. Что ж, ребятки, на этом мы закончим, а дальше продолжим. С вами был Ярослав. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч.